В первые выходные ноября на одной из ледовых арен одной из популярных спортивных баз Городецкого района в течение двух дней в профессиональном детском слэдж-хоккее сражались четыре команды в рамках всероссийского турнира «Кубок ХК Торпедо». Я считаю, что все профессиональные клубы должны в обязательном порядке поддерживать такие команды. Поэтому я знаю, что у многих как бы такая поддержка есть, но я хочу, чтобы в дальнейшем эта поддержка только добавлялась. В двухдневных ледовых баталиях принимали участие четыре слэдж-команды, и здесь от названий дух захватывает. Это и московский «Спартак», и московская «Динамо», и темная лошадка «Уралец» из Екатеринбурга, и, конечно же, хозяева турнира «Торпедо Слэдж» Нижний Новгород. Состав участников немаловат, не хотите охватить всю Россию, пригласив сюда? Очень хотим, но сами понимаете, в какой период времени мы, да, сейчас живем. Очень тяжело пригласить такое количество команд. Спасибо тем командам, которые смогли, нашли себе возможность приехать и приехали сюда. Пусть такой, ну, малочисленный состав, но я считаю, что турнир показал свой уровень как по организации, так и по качеству игры. На втором в истории развития нижегородского слэдж-хоккея детского турнира, который проводился на призы хоккейного клуба «Торпедо», «Спартак» предстал в роли победителя первого турнира. Что касается нижегородской дружины «Торпедо Слэдж», то наши дети горели желанием подняться с третьего места куда-нибудь и повыше. Нижний Новгород становится столицей за этот год уже третий раз по слэдж-хоккею. В апреле мы приняли фестиваль адаптивного хоккея всероссийский по слэдж-хоккею. Потом прошел кубок Нижнего Новгорода в июне. И сейчас на нашей нижегородской земле мы уже проводим самостоятельно всероссийский турнир по слэдж-хоккею, где приехали команды из разных городов. Это Москва, Екатеринбург и, конечно, наш Нижний Новгород участвует. И все самое интересное развернулось во второй день розыгрыша почетного слэдж-трофея. Но вначале, в первый день турнира, динамовцы Москвы обидели спартаковцев 5-1, затем скромно обыграли «Уралец» 2-1. В этот же день торпедовские слэджики раздавили «Уралец» 5-1 и, зарубившись с бело-голубыми, уступили 3-9. Решающий день мог создать интригу турнира. Несломленный духом «Уралец» вел в матче против динамовских хоккеистов 3-2. Но мастерства не хватило уральским мальчишкам и девчонкам. «Динамо» на опыте выиграла 5-3. Мы старались, мы шли к победе. Ребята выполнили всю установку, то, что мы им давали. Победы нас. Соперники отлично, хорошо, но мы свои моменты не забиваем, поэтому проигрываем. Но ничего страшного, я думаю, есть о чем работать. В последнем и весьма знаковом матче, а на кону были серебряные награды турнира, встретились спартачи против нижегородской команды. Красно-белые, во-первых, сразу же нейтрализовали нашего 77-го Кирилла Иутина и довольно быстро открыли счет 1-0. А во втором периоде увеличили отрыв 2-0, и все же наш капитан, уйдя от красно-белой погони, отквитал одну шайбу. И больше сил хозяевам льда не хватило. 3-1 хоккейная «Фортуна» отдала серебро гостям из столичного региона. Классный турнир! Довольны игрой? Конечно, довольны. Ребята большие молодцы. Очень сложно давалось. Силы заканчивались, но в итоге все здорово получилось. Вы видели счет на табло. За счет чего победили? За счет собранности, за счет командности и за счет силы воли, наверное. Как вам нижегородцы? Нижегородцы – лучшие люди в мире. Венчало спортивное слэдж-пиршество, красочная церемония награждения лучших игроков. Вначале лучшего нападающего Кирилла Иутина, хоккейный клуб «Торпедо Слэдж». Затем лучшего вратаря с небезызвестной фамилией Александр Собянин, московский «Спартак». Дошла очередь и до бомбардира турнира Артема Короленко из «Динамо». Достался приз и лучшему защитнику Егору Сальникову из «Уральца». А приз зрительских симпатий увезла Мария Крылова в динамовскую столицу. Ой, такой прямо... Очень такой живой хоккей, такой захватывающий, такой обоюдно острая игра. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Только могу пожелать только в дальнейшем ребятишкам развиваться, совершенствоваться, ну и попадать в сборные команды страны. И, наконец, главное – раздача медалей и кубков согласно сыгранным матчам. В Екатеринбург уехали хоть и памятные, но все же деревянные награды. Хозяевам льда в этот раз пришлось вкусить вкус бронзового успеха. На серебряном коне въедут со вторым местом слэджики «Спартака», а единоличный лидер, никем так и не побежденный динамовский коллектив, прихватил в златоглавую не только золото и главный трофейную весь
весьма неожиданный, но также весьма необходимый сертификат с кругленькой суммой. Как говорится, каждому свое. Понятно одно, нижегородский слэдж-хоккей проведением Кубка ХК «Торпедо» вписал очередную и очень славную страницу развития своего вида спорта в нижегородском регионе. Служба информации. Владимир Смирнов, Валерий Шакуров.